Но при этом мы видим, что здесь большие глаза, да, христианство всегда взгляд. Потому что, да, это дух, духовность, что-то передается через взгляд человека. Вот его внутренний мир. Как можно понять? Через лицо, через лик и через глаза. Вот. А с другой стороны, очень важно еще о реализме сказать, что в античное время, давайте посмотрим скульптуру, это абсолютный реализм, это высшее, что человек создал реалистичный план. Вот. Идеализированный план. Мы, кстати, видим такие примеры, вот там Христос был тоже в мраморе, изображение пастыря.